На Сеге он такой. Чисто как в ознакомительных целях. Попробуем. Да, на Sega был Street Fighter. Может быть, кто-то не знает по классике. Играем за Рю. А кнопка, цвет персонажа зависит от нажатой кнопки при выборе персонажа. Вот он Хадукин. Где ли он Хадукин? Спит. Изи. Так, Зангиеву морду разбил. Продолжаем. Шествие, летим куда-то в Мексику. Мексика. Ты серьезно? Проджектайл не хочешь? Ух ты! Как-то так, такой вот Street Fighter на Sega. Может быть, не очень качественный, но он там есть. Выходил. Изи. Диджей. Я мотаю, чтобы быстрее сюда. О, ты серьезно? А где Леон Хадуки? Эх, только что спать ушел. Здорово, Лев. Ну что, Brawl Brothers? Катаем сейчас. Заходи давай. Сейчас мы его раскатаем нахрен. Черт, не успел. Лёха, ты чё, выспался уже? Так, Гайл. А, ты сегодня на работе, да? Я думал, ты дома. Не, мы говорили, что в среду вроде хотели сыграть с тобой днем. Понятное дело, я сегодня, блин, спать буду. Сейчас бы могли сыграть, в принципе, чего нет. Вечером с Игорьком должны сыграть.
Counter Hard Corps. А, я в больницу. Ты чё, заболел? Давай, не болей там. Чё, Рейден, хочешь со мной встретиться на ринге? Street Fighter. Боюсь, что у нас силы неравны будут. Да и пинги твои. На пол короны. Ты серьезно с короной? Только приехал, ну ладно. Ну ладно, потом тогда. Гранем. Да нет, ты вроде говорил, что в среду свободен. Угу, Рейден проигнорировал призыв к действию. Не знаю, с дыханием проблема. О, блин, ну проверь все. Штука серьезная. Заходи в сеговский Street Fighter. Буду рвать тебя. Как меня сейчас Honda рвет. Черт. Я играю в сеговскую. Заходи. Да этот файткейт, пока там настроишь, блин, 3 часа. Работает через жопу все. А так можно, в принципе, аркадный автомат подрубить. Так. Сейчас будет жопа. Конечно, это пузо. А ты думал? Да блин, нифига он мучит. Все, готов. Или как? Чисто проджектайлами. Калюкин. Забавно нарисовано, есть ярко выраженное пузо, при этом на нем кубики пресса. Вот. Продают какие-то хрени на этом, на Алиэкспрессе, которые на любом животе делают кубики типа, на время. Наверное, он тоже такой штукой воспользовался.
Хрень, а. Центровину, оказывается, не пробить, пока не перепрыгнешь. Бред. То же самое с машиной, походу, было. Блин, имбовый удар у нее вот этот. Да не особо она на Машу похожа. Блин, фига, суперку перебил. Следующий. 4 игрока осталось. Кен. Ой, вот это жестко может быть. Это может быть жесткий контент. Вау. Кто ты охренел? Все. Николамончик. Лимончик, что ли? Привет, Аня, привет. Вы что там на алтушке собрать сделать вообще? Хрена он прописывает. Слышь ты, урод. Нихр... Успокойся, слышь. Вот дебил. На. Успокойся там. Успокойся, говорю. Успокойся. Аш? Да, действительно. Сходства нету. Хрена он сел. Фу, на. На, проджектайлы. А вот тебе последний добивающий. Лошара. Будешь там биться своими. А что за... А, все, вспомнил. Ящики бить, по-моему.
Лол. Надо было так сидеть снизу. Что-то не помню этот бэкстейл с Вегасом. Каким Вегасом? А. Это сеговская версия. А там суди сам. Видел ты или нет. Я всегда видел. Ну, часто, вернее. В любых версиях. Ух, он жесткий. Вот этот его удар тупорылый просто. Все, фух. Походу постарелый. А сколько тебе лет, Арго? Охеревший какой-то типок. Да как? Имбоперс, что ли? Тебе 14? Серьезно? Что ты делаешь тут? Вообще, старика, не говори. Так, что там у нас Рю против Сагата? Я вспомнил сцену в «Один дома 2». Ну, когда мимо проституток проходил, они мне говорят: «О, может быть, я перед сном тебе сказку расскажу?» Пэткой добавлю сигренес. Круто, но все равно через жопу все как-то работает. Неудобно. Ну, что-то с Агатом у меня вообще проблемки, ребят. Что ты такой жесткий? Жопа. Он живой. Фух, еле как. Жесткий тип вообще. И как его убить? Бред. Ну вот тут я и встрял. Канты есть? Да, есть. Так, я могу перс сменить. Только нахера. Как он мне прописал этот удар сейчас? Я уже снизу приземлился, он, блин. На. Next. Что он делает? Бред. Заспамил тут. Я блок ставил, отвечаю. Это бред. Криворукая сеговская версия. Under.
Криворуковская. Чё, он делает удар вверх. Он делает его вверх. А я снизу присел вообще. Дебильный удар Сагата, вот просто дебильный. Надеваем голубую повязку. Возможно, она поможет, почему нет? А вот это что было? Я пролетел сквозь прожектайл. Не верь. А, все. Так, это первый раунд. Я в монаха переоделся. Есть какие-нибудь оп, кокейн файтинги про Джо-Джо? Не знаю, слушай. Нет, наверное. Как ты их сравнил вообще? В какой-то версии на Game Boy Advance, по-моему, на PlayStation вроде есть там какие-то дикие вот эти эффекты. Имбалансное. Тут имбалансное понимание того, как враг будет себя вести. Тут все вполне заучено должно быть. Именно в версии сеговской. Поэтому на аркадном автомате я думаю, что все по-другому. А здесь все удары заучиваются. Так, Байзен. Тактика здесь мало. Компьютер тут тупой. Не знаю, как на аркадном автомате. Чан-Ли, но слушай. Те, кто шарят, любой удар перебьют, если надо. Прям имбы, я не думаю, что нет в этой игре. Просто надо механику понимать. Блин, такой тупой пинок по жопе. Все, хп нет. Ну это имбоперс какой-то. Ладно, будем пытаться. Ну да. В Джо-Джо там вообще жесть творит. Просто по изи меня разделывает. Бред. На втором раунде статуя уже сделана, типа. Побил один раз. У нас были турниры по файтингам, как, кстати, по Street Fighter. Правда, мы по PlayStation 1 делали для удобства соединения чисто. Версия, конечно, уступала аркадной, но тем не менее. Давай, Дань, давай. Спокойной ночи. Ну, у меня разное. У меня, если канал посмотреть на Ютубе, за 3 года оформление этих сменилось.
вообще у меня такого не было. Серьезно, я. Да я не только ретро, кстати, стримлю. Так, опа. Ну, чаще всего, да. Жесть, я не знаю, как себя с ним вести. А буст найдем, а на него нет? Как вы думаете? Иметь, серьезно. Да я близок был. В принципе, это работает. Позитивчик, негативчик. Ну, слушай, я готовлюсь к вебке, но со светом немножко у меня проблемы есть. Как картинка мне понравится, я буду с вебкой нормально стримить. Добрый лис, привет. Ух ты, даже так неплохо. Че я пропустил? Да я тут много раз умирал от Байзена. Вот, четенько, все. Зарешал, короче. Короче, не пришел на церемонию. Congratulations. Capcom? Фигни не делал, да?